номерок блатной, три семерочки. Непростые пассажиры, непростые машины. Справа от меня Toyota Sequoia 7775 и слева от меня Toyota Sequoia тоже 7775. Номера отличаются всего на одну букву. Стоимость одной такой машины около 100 тысяч долларов. Точнее, где-то 95 около того. А вот здесь автомобиль народный, Deo. И вот вопрос. Политики ездят на дорогих машинах, говорят про то, что нужно поднимать экономику, а народ ездит на таких. Еще один вопрос. Зачем политикам такие блатные номера? Не помогут тебе, фраер, твои корочки. Ясно, как она вообще идет, тому подобное отзывы? Вовочки. А? Хорошо едет. Хорошо. Слушайте, у вас такие номера крутые. Вас гаишники останавливают вообще? Останавливают. Все им зубы царят зимой в туфли. Туфли? Туфли. Вы не путаете машины? Вообще-то нет, а вам зачем? Просто интересно, номера одинаковые. Ну хорошо, мы рады, что они одинаковые. Вы вообще номера читать умеете? Умеем. Ну, так прочитайте. Одна буква всего. Ну так какая разница? Так ночью можно не увидеть. Ну так не смотрите ночью, смотрите днем. Нужны мне номера в реале, чтоб пацаны все охуели. Девчонки кричали, братки, чтоб мычали. А на постах мне мусора честь отдавали. Гаишники как реагируют? Ну спросите у гаишников. После того, как мы пообщались с водителями, машины пропали. Пан Олег, наличие вам такие другие машины с такими номерами, три семерки? Олег, держитесь! Ну, вы что сплутаете? Не плутаю. Ви що сплутаєте? Дві сіквої, ви на них ви, два рази шановний, виїхали. Шановний, ви ніби поважний журналіст, а ви користуєтесь неперевіреною інформацією. Моя вам порада. Ви спочатку вивчіть інформацію, ви спочатку зафіксуйте, а пізніше, що я сідав в три сімки. А ну давай сперечаємося. Я не можу. Ну на що ми сперечаємося? А ну давай, камера, на що ми сперечаємося? Це не християнська традиція. А ну ні, сюди, давай. Сперечаємося з вашим журналістом. А ну давай, на що? Я не сперечаюся. Ну тоді йди, чоловіче, повчися спочатку, а пізніше задавай мені запитання. Лідер свободи не став садитися в автомобіль на людях. Охрана повела Тягнебока на бокову вулицю. От і машина, точно така ж Sequoia, тільки номера вже другі. Такий автомобіль встретиш не часто, вряд ли це совпадіння. Неужели вони з собою возять запасні неблатні циферки? Наверняка переоділи номерні знаки після наших вопросов. Ми продовжували йти за партійним лідером, Sequoia від'їхала ще далі на квартал, а потім і вовсі скрилась. В результаті партійного лідера забрала другая машина. Итак, операция по замене машины длилась 10 минут, и все это ради того, чтобы не проиграть спор, который даже не начался. Не помогут тебе, фраер, твои горы.